Ну, эта история, да, она, можно сказать, это просто можно чудо. Я жил в общежитии, и между моей общежитием и университетом там был собор, Свято-Троицкий кафедральный собор. Я обычно любил пешком ходить. И я вот помню, это было октябрь, наверное, 2011 год. Именно с истории чуда и начался для суданца Хафиза Баси новый этап жизни. Если бы не чудесное вмешательство свыше, вряд ли мусульманин, студент из Судана, решился бы когда-нибудь поменять ислам на православие. Поступок, за который на его родине грозила смертная казнь. Я ходил именно вот по этой улице, и там очень много народ там стояли на улице там по очереди. Я думал, так что это люди делают там? День первый, там, день второй, день третий, там все просто люди так и стоят. А я-то, ну, где-то я спросил там, что здесь люди-то делают. Одна женщина мне сказали, что здесь, ну, перевезли мощи. Оказалось, километровая очередь несколько дней подряд стояла к поясу Пресвятой Богородицы. Это был Екатеринбург, 2011. Святыню привезли в Свято-Троицкий кафедральный собор. В этот же день студент Хафиз Баси как будто случайно наткнулся в интернете на христианскую проповедь и с огромным любопытством погрузился в изучение новой религии. И в этот же вечер снова как будто случайно обнаружил на полу ванной комнаты в общежитии кем-то потерянный крестик. Ну, там у нас была общая душ в общежитии. Пошел в душ там, ну, чтобы принимать душ. И там после душа вхожу, и там на полу лежит крестик. Ну, какой-то грязный там, что-то такое. Я это время еще был мусульманином. И взял вот этот крестик и почистил его. И поставил на подоконник. И потом начал потихонечку, ну, сказал, что-то это, что такое Евангелие. Просто начал посчитать. Изучать. Да, изучать, да. Суданец Хафиз Баси приехал в Россию в 2009 на учебу. Не один, а со знакомыми суданцами. Сначала жил в Кирове, год учился русскому языку на подготовительных курсах Кировского медуниверситета. Потом 2 года в Уральском государственном университете на экономическом факультете. Он был как раз студентом 2-го курса, когда в его жизни началась новая полоса знакомства с христианством. И мне очень понравилось вот именно, ну, христианство. Я сразу вот чувствовал, ну, покой в душе и радости такой, и любовь вот внутренняя. Ну, такого можно сказать, просто словами не объяснить. И, ну, я начал очень сильно интересоваться по христианству. Потом, да, сказал, ну, ладно. А вот через 2 месяца я изучал именно вот Евангелие очень много. И потом ходил в храм, Свято-Троицкий собор. Там мне, ну, я сначала там встретил продавца свечки, женщину, матушку. А там он мне, ну, я спросил ей, сказал, а у вас есть здесь святой отец? Она мне говорит, ну, у нас, конечно, святые только здесь на иконах, но есть у нас отец, да, ну, батюшка есть. Мы сможем ему... Зачем вам батюшка? Я сказал, я просто хочу с ним поговорить, я хочу креститься, я так эту женщину сказал. О своем желании Хафиз рассказал родным. Понимал, родители не будут в восторге. Но все оказалось гораздо хуже. Отец занимал в Судане важный пост. Был, по нашим меркам, мэром 2-миллионного города. Отречение сына от веры было позором и для него, и для всей семьи. Это для них был очень большой шок. Именно, ну, мне сначала вот брат, ну, старший, он мне, да, сначала, ну, я ему-то это сообщили сначала. Он, да, но он звонил и говорит мне, ты эту, ну, большую, ну, ошибку ты совершаешь, подумай хорошо и, ну, вернись к веру своих дедов. Ну, отец очень сильно, он расстроился, он сказал, ну, если ты принимаешь христианство, ну, ты больше не мой сын. И там было очень тяжело. Я вот такой момент жил, ну, можно сказать, со стороны родителей. Там общения было абсолютно почти нет.
По местным суданским законам за переход из ислама в православие Хафизу грозила смертная казнь через повешение. Но даже несмотря на это, несмотря на запреты и угрозы со стороны родных, отца, Хафиз не изменил своего решения. Почти 4 месяца он ходил на огласительные беседы в храм. И вот 1 мая 2012 года, волнительный день. Суданец Хафиз Баси принял крещение. После крещения, после принятия православия, я чувствовал себя вот такой радостный, ну, такой, можно сказать, вот, ну, благодать. Ну, это просто словами необъяснимо. Я просто был человек, как внутри какой-нибудь банки просто закрыт и открыл. Мир просто для меня стал другим. Абсолютно. Любовь и просто смотреть, люди тоже стали что-то другое абсолютно. Увы, закончить университет Хафизу так и не удалось. После крещения отец резко прекратил все общение с сыном, а вместе с ним финансирование. После того, как отец прекратил помогать сыну, у Хафиза настали очень тяжелые времена. Ему пришлось уйти со 2-го курса университета, так и не став экономистом. Обучение стоило очень дорого, а денег у Хафиза не было даже на еду. О, сгущенка. Сгущенку едите вообще? Да, ем. Печенье сюда и ставим. Макарон, отлично. Что это там? Индейка, Тыгонка, кажется. Индейка, да. Идеально. А из индейки что будет? Индейку не с макароной, идеально. Да. Он как ребенок радуется нашему подарку. Продуктовый набор лучше в его ситуации. Он даже меньше радуется книгам, хотя учеба у Хафиза всегда на первом месте. Я помню, у меня это был день рождения, друзья мне все это кто-то, даже мы пошли с ним вместе, он покупал мне книги, подарил, ну это в русском это считается очень такой. Ну я просто в сердце сказал, если бы он мне подарил еду, было бы лучше, чем эту книгу подарить мне так. Впрочем, голодное время осталось в прошлом. После вынужденного ухода из университета 6 лет назад он поступил в духовную семинарию на теолога-миссионера в Екатеринбурге. Через 5 лет после успешного окончания 2 года отучился в общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве, где и защитил диплом магистра с отличием. И там учеба, в отличие от светского образования, была бесплатной. А вместе с ним проживание, что для безработного студента из Африки бесценно. Работать по учебной визе Хафизу запрещено. В этом общежитии я живу где-то 1 месяц уже, он новый. Нам представили общецерковную аспирантуру и докторантуру. И ну, мне да, очень нравится, я потому что очень много времени жил в общежитиях, на разных. И мне не нравится абсолютно. Жить здесь и условия здесь на высшем уровне. Он действительно порядком пожил в общежитиях 12 лет и в самых разных. Это, пожалуй, лучшее по условиям. Ну, а вот такие моменты, как бы, я не знаю, грязные носки, тут же какие-нибудь, там одежда разбросанная. Или, например, ты оставил еду, ты пришел, а у тебя все съели. Разве не возникало таких моментов? Я абсолютно не люблю, когда-то вот именно туда носки, там сюда грязь, туда-туда. Это очень не люблю. А, бывает такое, когда-то, да, и кто-то с грязными носками, да, сюда и ставит. И кто-то там, ну, в общей кухне, там, когда готовит, там кто-то сделает грязь и ставит, там, весь в грязи, он идет, да. И потом говорит, это не мое. И такое, да, бывали очень, ну, печальные такие новости. Да, ну, было очень обидно. Но в целом о жизни в коммуне приятное воспоминание. Со временем Хафиз понял, что значит русская поговорка «в тесноте да не в обиде». Меня поселили в комнату. Ну, там, да, мы жили много. Мы там жили где-то 11 человек. Да, там я с ребятами очень хорошо мы жили, очень дружно. Мне так понравилось. Можно сказать, это мне мои самые лучшие воспоминания. То есть там, где вас было 11, да, помните? Да, 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 вы... Мы, да, нашли общий язык, мы всегда общались, никто ни с кем не ругался. У нас было так хорошо. Мы жили, да, почти 5 лет. Жили, да. В семинаре? Да.
Новые люди, новые знакомства, новый язык. За годы он изучил привычки и менталитет многих наций и народов, но больше всего прикипел к русским. Их как называется? Привычки. Это менталитет. Менталитет, да. Привычка там. И, ну, все это, я почти все это понял. Что вы поняли про нас? Ну, я понял там много чего. Что мы любим, да, бардак, да? Нет, не в этом. А я понял, что не нравится русскому человеку. Что не нравится? Да. А что? Ну, там много чего. Ну, скажем так, ну, русскому человеку, если показывать палец, это значит, это плохо. А у нас это нормально. Это ничего. Это просто как указывает, это хорошо. А здесь русский обидится, да? Обидится, да. Ну, как, например, показать палец? Ну, просто, да, говорит вот так, например. А, вот так вот, да? Да, это значит, что он обидится, да. Так. А для нас это нормально, это ничего абсолютно, нет такого. Ну, там много чего. Прикипел Хафиз и к русской кухне. Любимое блюдо – пельмени. Из напитков – горячий чай. Важно, чтобы в таком стеклянном, граненом стакане. Именно он лучше всего передает тепло и создает атмосферу. Что вы вообще любите есть из русской кухни, может быть, из другой кухни, своей? Есть какие-то блюда, которые вы из дома привезли и вот готовите? Ну, таких почти нету. Ну, иногда я покупаю какие-нибудь продукты с магазина. Ну, пытаюсь, чтобы готовить. Ну, это обычно мясной такой-то. Как раньше там, ну, когда-то делал. Сюда, или 12 назад, ну, таким, чтобы готовить, но она не получается. А что-то не хватает. Есть, например, овощи. У нас там есть, а здесь нет. Например, фрукт, как это называется, манго. Угу. Тоже здесь в магазинах, но она есть и такая она. Не такая сладкая, не, да? Да, не сладкая, и она вообще некачественная. Да? Ну да, невкусно. Я потому что покупал, и она дорого и невкусно. И потому что они оттуда ее возьмут, когда-то она еще пока не готовая. А манго, если настоящая, которая готовая, она максимум держится неделю. Mm-hmm. А это здесь месяцами, поэтому она такая получается, не настоящая манго. А манго мы называем, это король всех фруктов. Фруктов, конечно. Да. На его родине самая сочная манго. В Восточной Африке круглый год, лето и вечно зеленая листва. Он только в России впервые увидел голые деревья. Первый раз, когда тоже, только что сидели в поезде, я через поезд ехал до Кирова. А там были это леса, потому что листья там, все листья там все упали, и просто лес там, да, голые леса, да. И я думал, что здесь-то? А что с этими лесами то случилось? У нас потому что все зеленые там, леса там, да. Я думал, да. Да, счет, я думал, что-то дождь здесь нет или что это-то, так-то деревья там без листьев. А оказывается, они сказали, да, зимой, да, вот всегда начинается такой, да, голый лес, да. А, я сказал, лес и так нормально. Но еще больше шок вызвал у Хафиза снег. Я первый снег, когда видели, я сначала трогали снег, это так она мягенькая там, ну, красивенькая. Я, в общем-то, думал, это вообще другой. Я сразу прыгал к снегу, там, и вот где-то до колен пофоткали и отправили это домой. И там родители видели вот это фото, там, мама мне говорит, там, ты как там, и с этими, там, не холодно там, я говорю, да, холодно там. Ну, там и снег-то никто не видел ни разу. Я тоже, мы просто всегда фоткались на снеге, там, чтобы так, и там все позы, там, трогали, там. И послали им там, они, да, очень сильно удивились. Да, это просто мечта, увидеть такой снег в настоящем, просто трогать. Это, да, для нас было это так. Он в первый же год столкнулся с суровым российским климатом. Самым ярким впечатлением о стране у Хафиза останется все-таки русская зима. В Кирове, где учился суданец, в этот год мороз стоял знатный – минус 40. Куртки и шапки, которые студент привез из дома, не годились для суровой российской погоды. Минус 40, до иногда даже где-то минус 41. Это просто, да, это первый год, и такой там, это просто ужас. Я помню, да, 3 дня я не ходил на учебу. Ну, учеба была обязательно, но все равно я просто не мог выйти из дома. Просто не мог. Так холодно там было, это просто ужас. Это я очень хорошо помню, я потому что нам сказали сначала, возьмите с собой теплые вещи, там потому что будет очень холодно в России,
Мне сказали хорошо. Мне с собой взяли оттуда куртки, там, шапки, там, обувь, там, все это взяли. А вот сюда перевезли их, это просто ничего. Прямо как вообще ничего. Нам сказали, пойдемте в магазин. Ну, там еще был рядом рынок, нам сказали, пойдемте в рынок там и вот купим вам вот куртки нормальные, которые. И мы пошли, да, купили кожаные такие огромные куртки, да, как которые здесь одевает бабушка, которая на всех, да, такие, и обувь тоже такие большие. С той зимы прошло уже 12 лет. За эти годы Хафиз обрусел, довольно сносно говорит на русском и полюбил Россию всей душой, его народ и церковь. Искренне не понимают тех верующих, что ее критикуют. Но он давно уже заметил, чем лучше и комфортнее жизнь, тем больше недовольных, тем меньше веры в народе. Люди здесь немножко неблагодарны, что тоже есть. Это я вижу, но это абсолютно да. Я когда только что приехали здесь в 2009 году, здесь люди жили намного хуже. Все вот сейчас, наоборот, стали жить лучше, чем в 2009 году, намного. Но и еще, вот никто здесь почти не голодает, люди-то, но все равно люди... Недовольны. Недовольны. А чем люди живут богаче, чем они дальше идут от церкви. Это точно. Потому что я это вижу. Чем где-то у нас, скажем так, ну, люди, если христиане, то и все 100% они в воскресенье идут в храм молиться. А мусульмане то же самое идут все по пятницам, идут помолиться. Ну, здесь, к сожалению, не так. Люди здесь, да, слава Богу, все есть. Ну, Бога, да, били. Даже смотри человек на, ну и смотри человек на, скажем так, на центральных каналах, там, наоборот, там нападает на церкви больше, чем, можно сказать, обычных, ну, каналов. Там очень часто нападают, именно говорят о церкви только плохом, а хорошем не у слова, все молчать. Но, скажем так, тысячи хороших вещей ни слова не говорят. Но когда-то одну ошибку кто-то какой-нибудь, ну, священнослужитель сделает, ну и значит это... Вся церковь плохая. Да, вся церковь, да, плохая. Да, у нас вот, да, так вот. Это, да, это очень печально. А есть ли у вас такое, у вас на родине, в адрес именно мусульман, такое наблюдается? Нет, у нас такого нет. Но у нас потому что если человек хотя бы одно слово говорит против ислама, то ему это будет очень серьезные проблемы. Поэтому нету там такого, чтобы кто-то говорит плохо про ислам, вообще нету. Там всегда только положительное или либо ничего. Поэтому, да, люди именно критикуют именно, вот скажем так, христианство. А кто-то не критикует других религий. Ну, хотя-то другие, это очень много что-то неположительного сделает, но никто их не трогает, потому что боятся. А это единственная, скажем так, ну, православная церковь, он не ищет своих врагов. Поэтому, да, ему критикуют всегда. Хафиз не хвастает, но факт остается фактом. После крещения он не пропускает ни одной литургии. Сначала участь в семинарии, теперь в аспирантуре. После крещения я каждую воскресную службу я был в храме. Всегда. Ну, иногда, когда-то устроиться на работу, ну, у меня просто иногда бывает, например, на воскресенье там бывает работа работать, ну, я понедельник обязательно пришел в храм, чтобы, ну, эти дни, чтобы, ну, молиться. В один из дней за молитвой семинариста заметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, ныне митрополит Казанский и Татарстанский. Предложил почитать на Пасху Евангелие на арабском. Так Хафиз надел стихарь и оказался в алтаре. Через какое-то время начал панамарить, а потом на целых 5 лет стал и подьяконом митрополита Кирилла. Через 2 года Хафиз закончит аспирантуру и станет кандидатом наук по теологии. И, наконец-то, сможет заняться миссионерством. Он мечтает об этом еще с первого курса семинарии. Православного суданца изначально не привлекали ни диаконство, ни священство. Моя вот именно миссия, это считается как миссия. Вот, ну, моя призвание, это чтобы заниматься миссионерством. Вот, а это я вот хочу, и это мое желание, чтобы стать миссионером.
И для этого не обязательно быть священником? Не обязательно, да, быть священником. И потому что если человек становится он священником, это скажет там, ну, если вам дали просто приход, и вы уже будете вот... Связаны? Ну, да, связаны с этим, и все. Больше вам никуда не надо ехать. Ну, это будет очень тяжело для миссионера, как я понимаю. Это зависит еще от архиерея, какой будет архиерея. Он может разрешить вам куда-то ехать, помиссионерствовать, а может запретить вообще. Поэтому да. Но лучше, если человек хочет заниматься миссионерством, ну, мирянин тоже может. Миссионерской работе и семейный статус – лишняя обуза. Ему 33, а он до сих пор не женат. Впрочем, Хафиз совсем не против женитьбы, но первым делом нужно получить образование, а потом заводить семью. Насчет жены, да, вот это очень интересно. Я жена, это, кстати, да, хочу вот ее, и чтобы найти, вот, главное, чтобы она была добрая, хорошая, и, может сказать, еще если красивая. Ну, то главное, да, главное, чтобы она была добрая. И чтобы она согласилась, ну, чтобы я же, чтобы становиться миссионером, это не, как называется, не сладкая жизнь. Это жизнь очень, можно сказать, даже горькая. Поэтому, чтобы найти такую, это да, надо, очень надо искать. Первым пунктом в его миссии станет Судан. В прошлом году в его стране отменили смертную казнь за вероотступничество. Но, несмотря на смягчение закона, проповедовать там очень опасно. Хочу именно в Судане, вот откуда, где я родился, там и поеду, и буду там именно миссионерствовать. Но там, конечно, будет очень тяжело, я это знаю. Но, слава Богу, сейчас вот убрали этот, ну, закон, который раньше был. Этот закон был до 20-го года. А за смену, скажем, религию, ну, это не считается, это только, ну, если человек мусульманин становится христианином, за это предлагали смертную казнь. Это до 20-го года. А если, скажем так, христианин принимает ислам, то это принимает хорошо. Даже его, ну, будет очень сильно поддерживать. А слава Богу, сейчас этот закон, ну, убрали, отменили. И сейчас, ну, там законы, которые временная такая конституция, они написали. Но там свобода вероисповедания такое есть. Он мечтает, что когда-нибудь и его родные тоже примут православие. По крайней мере, отец уже не обижается на сына и не пытается его отговорить. Долгие годы молчания и обид позади. С отцом, слава Богу, раньше было очень тяжело, но сейчас мы общаемся. Он даже, ну, перестал меня спрашивать про... Когда сменишь веру, когда передумаешь, это уже он забыл про это, он потому что понял, что... Бесполезно, ну, с вами. Бесполезно, да, и что... Это я ему просто сказал, это просто невозможно. Я уже там сказал, христианин. И мне нравится моя религия. И вот именно православие, это как называется, это религия наших дедов. Потому что наши вот деды, они были православными до 18 века. Скучаете по маме? Да, скучаю, конечно. Да. Ну, я общаюсь с ней, в общем, по видеосвязи, и пообщаемся. И она всегда спрашивает, ты когда-таки нам там, ты только не забивай. Я говорю, я никогда не забиваю вас, я люблю вас. И больше, чем даже раньше, я люблю вас, никогда не забуду, я всегда молюсь о вас. И всегда им так говорю. И я обязательно, будет время, пойду к ним и поздороваюсь с ними, буду обязательно. Хафиз уверен, точкой отсчета его новой жизни стала чудесная встреча ровно 10 лет назад у пояса Пресвятой Богородицы. Такое мог устроить только Господь. Ведь сам менять свою жизнь он не думал и не собирался. Я, можно сказать, меня Господь нашел. Можно так сказать, это просто... Ну, я потому что сам вот абсолютно просто удивляюсь, как это просто случилось. Это просто, да, это просто чудо, можно так сказать. Ну, слава Богу. Но человек, если он хочет найти Бога, должен он сам искать этого.